Однажды, когда я получил свою первую двойку, горю моему не было предела. Вывести ее из дневника помог мой дядя, отсидевший 5 лет за подделку документов. Он использовал проверенный метод. Заостренной спичкой мед наносится на оценку. Затем на дневник помещается банка с тараканом. В слюне насекомого находится кислота, которая растворяет чернила. Съедая мед, таракан стирает двойку. Так, благодаря той самой двойке, я стал зарабатывать свои первые деньги, помогая одноклассникам выводить плохие оценки. Сами деньги меня не особо интересовали. Мне нравился процесс. За такое выгоняли из школы, меня же спасала моя феноменальная интуиция. У меня была очень развитая чуйка на людей. Я просто видел их насквозь. Именно это и помогло мне ни разу не попасться. Со временем я выстроил многоуровневую финансовую систему, через которую проходили миллиарды. Я мог переправить абсолютно любую сумму из одной точки мира в другую, минуя официально банковскую систему и оставаясь незамеченным налоговой инспекцией. Нашими услугами пользовались как теневой бизнес, так и крупные компании. Ну и, конечно же, знаменитости. У меня всегда все было под контролем. Пока однажды я не обнаружил, что вся моя жизнь, каждый мой шаг с самого детства были тщательно кем-то спланированы.